Доброе утро, друзья! Приветствую вас из Румынии. У меня очередная прогулочка. Напоминаю, что мы сейчас находимся в Румынии. Уехали мы из Одессы. И нас приютили прекрасные люди в своем прекрасном доме. И здесь проходят наши будни беженцев, можно так сказать. И я, конечно же, показываю, как они у нас проходят и чем мы здесь занимаемся. Ну, многие, кто смотрели наше видео, знают, что я приехала с дочерью, подруга дочери и их две девочки, у каждой по дочке. В общем, дочки у них школьницы, и у них есть свои занятия. Дети занимаются онлайн обучением. А, конечно, их мамочки занимаются тем, что готовят пищу, заботятся о своих детях. Ну, а я, конечно же, более свободная. И я обычно или занимаюсь прогулками, или занимаюсь спортом, ну, или готовлю, как бабушка, готовлю вкусняшки. Кто смотрел наши видео, знает, я люблю что-то вкусное приготовить. Но так как у нас очень много свободного времени, я стараюсь ходить на некоторые расстояния пешком, либо легкой пробежкой. Сегодня у меня по плану поход вот в тот лес. Такой легкий променад. Вот я сейчас вот туда отправлюсь. Ну, это у меня называется хайкинг, знаете. Поднимусь немножко вверх, мышцы свои приведу в тонус. В общем, вот такие вот будни беженцев. Не переключайтесь, дальше будет интересно. Природа здесь, конечно, замечательная, красивые виды. Вот такие вот нас окружают горы. Вот такая вот красота. А сейчас еще начало весны, уже кое-что начинает расцветать. В общем, любуемся красотами природы Румынии. Цветут цветы уже. Вот вдоль дороги смотрим, а уже тюльпанчики, нарциссы красивые, радуют глаз. Ива распустилась, а там дальше цветут сады. Цинты какие красивые. Ну и рядом роза будет, но еще рано. Какой аромат раздается от цветущих деревьев. Ой, это прекрасный аромат цветущих садов. Как красиво цветет сакура. Вся в розовом цвете. Просто красота неимоверная. Конечно, магнолия. Как раз сезон цветения магнолии. Какие красивые цветы. Много цветочков уже цветет. И, конечно, птички. Птички чирикают. Пчелки летают. Сады цветут. Сегодня немного ветрено. А я подошла к вот такой речушке горной. Ну и уже подошла к подножью горы. И сейчас я попытаюсь подняться повыше. Вот туда. Так что направляюсь туда. По такой крутой лестничке все выше и выше. Здесь такой вид красивый открывается. Сейчас поднимусь выше и покажу, какие просторы открываются. Вот какие красоты. Ну, конечно, ветер, порывы ветра,
Но они теплые, весенние. А я поднимаюсь все выше и выше. Я представляю, как здесь красиво будет, когда все деревья здесь станут зелеными. А это произойдет очень быстро, еще неделька-две, и этот лес зазеленеет, и здесь будет нереальная красота. Птички там где-то далеко чирикают. Красота. А что я вижу? Конечно же, скамеечку. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Ну и обязательно попить водички. Я с собой беру воду. Вот, и сейчас нужно попить. Вроде не так и высоко я поднялась, но однако уже запыхалась. Ну и сейчас еще немножко выше пойду. Ну, передохнула, посидела на скамеечке и вперед. Спорт – это жизнь, друзья мои. Так что берите с меня пример. Я тут немножко еще трусцой побегу. Так что сегодня у меня вот такой променад. Ну и, конечно, на пути встречаются цветочки и желтенькие, и вот такие вот сиреневые фиалочки, я так думаю. В общем, а мы бежим дальше. А вот сколько их здесь. Вот такое поле. И с такими мелкими-мелкими фиалочками. Они здесь повсюду. Такие красивые цветочки. Просто прелесть. Пчелы летают, птички поют. Красота в лесу. А мохнатый шмель, на душистый хмель. Шиповник остался с прошлого года, такой сочный, красивый. А теперь я поднялась уже почти совсем высоко, и полянка другая уже с желтыми цветочками. Вот какие они. И вот какие просторы. И, конечно же, среди таких цветочков ароматных у меня привал. Вот такой у меня привал. Вот так вот. Долго не полежишь на сырой земле, поэтому будем спускаться. Спускаться вниз. Знаете, друзья, что хотелось бы сказать? Сейчас многим нелегко, особенно в нашей стране, и морально нелегко, и физически многие страдают люди. Но я призываю всех по возможности не зацикливаться на плохом, по возможности
отвлекаться, находить любые способы отвлекаться от всего того, что происходит сейчас в нашей стране, да и в мире. Поэтому я желаю всем мира, добра и бодрости духа. Ну, а на сегодня все. Я с вами прощаюсь ненадолго. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока-пока.